Так, сегодня у нас 22 июля. Спрашивали, что же у меня взамен моих лилий. Взамен лилии была монарда, а сейчас вот такие шикарные ромашки. У меня очень хорошие желтые ромашки, а вот белые крупные я никак не могу развести. Поэтому вот если кто-то хочет сделать мне подарки, я обычно отказываюсь от подарков. Вот от ромашки я бы не отказалась. Вот этот розовый куст весь-весь был в цветах. Я буквально позавчера его только весь обрезала. Так, а здесь у меня вот такие лилии. Вот такие. Они очень распространенные, но у меня она махровая. Все, они уже тоже отцветают. Буквально вот последних 2-3 дня осталось. Ну, а в целом картина достаточно приличная. Вот так выглядит сейчас мой сад на заднем дворике. Вот так теперь выглядит мой почтовый ящик. Не очень хорош, но ничего. Но ничего, он на солнышке у нас. Поэтому обычно так вот все замечательно. А перед домом в этом году у меня не очень хорошо. Розы слабенькие, и почему-то мой роуз уже все должно быть затянуто вот розочками меленькими. Вот они кое-где только начинают. Вот только начинают расцветать, хотя уже пора. Пора все затянуть и сделать такую неземную красоту. Ну, почему-то не получилось. Но в прошлом году вот я хосты сюда посадила, они великолепно себя чувствуют. Только в одно время все посажено вот тут, вот будто бы сироты, будто бы их не дополивают, но цвести зато самые первые начали эти цветочки. Вот. Так, в общем, прилично, несмотря на то, что очень много было дождей, что-то сгнило просто-напросто. Где-то болотная трава у меня вылезла. Вот сейчас раненько, где-то порядка 8 часов, я уже выпалола после вчерашнего ливня очень много. Ну, вот так вот у нас развивается все. А до ромашек в саду моем была монарда. Очень хорошо цвела. Сейчас я найду ее. Я ее сняла перед поездкой в Дайтону. Сейчас найду, прилеплю. Всего доброго. Пока-пока. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Кстати, вот эти лилии мне очень нравятся. Они постоянно цветут. Вот Ленуся посоветовала, я абсолютно довольна этими цветочками. Такая красавица у нас сегодня. Там уже солнышко выглянуло. У нас еще дождь идет, такой вот дождь. Дождливый дождь. Лето дождливое. Вот у меня шикарная такая роза. А вот эти вот красненькие раньше расцвели. Еще лилии не закончились. Они уже зачем-то расцвели. Называется Никогда не запомню. Не то матандра, не то марандам, не то... Лену спрошу и подпишу название вот этих вот красненьких цветочков. Они вот, ну, с месяц, наверное, будут цвести. Вот. А наши лилии уже не так хороши. Я их сегодня привязывала, потому что вчера тоже был дождь. И их, конечно, повалило. Вот они у меня теперь такими кустами дружными растут. Все равно еще красиво. А эти рыжики у нас теперь везде. И там вон они под деревом у нас рыжики. Такие вот рыжики спрятались за этой